мы все проходим тут на 100%. Все там варпы, все бластеры, все. Я пока Пикачу не планирую такие игры. Боши и подобные. Тут вон всего 5 уровней и босс. А, это шипы такие. Внизу там просто. Тут подо мной. Ну вот если умру там. Я там не умер. А ты играешь так? Так, кажется, я здесь не залезу, да? Вот, вот они. Вот тут. Ну, Коли, не, это Коли. А-а-а. Права, как. Там все ли как? Здравствуйте, как ли? Кис мешает печатать. Ты киса напечатала, Наташа? То есть у тебя умная киса, как Наташа. Это что, не А плюс? Киса живая и печатает. Ого. Какая киса, а в Марио она лучше тебя играет? Нет, точнее так, а в Марио она лучше меня играет? Но не любой делает лучше тебя уровень, да, Селика? Король. Вообще можно, наверное, закида побежать изи без собирания всего этого. Так, типа надо спуститься за ключом. Да. Я просто вот так спустился. И... Не, Наташа говорит, что ей не весело, потому что я слишком хорошо играю. Если бы Вася играл, было весело. Ты смотрел? Да.
это... не очень честный подход. Просто он сложен. Потому что он на основе Боши сделан, а Боши нечестно. Ну там шипы там переворачивают в какой-то момент. Как на тебя ехать? Или кто-нибудь из-за экрана паук какой-нибудь выскакивает. Пример. Примеры не люблю, да. Ух! Ух. Вот да. Тут же нельзя поверху пробежать, да? Да. Проверить стоило. Лопнул. Наташа радуется, когда я умираю. Надо было бежать вперед. Просто ржет, сидит на каждую смерть. Он опять сдох. Ну тут Хельга писал, что скучает без твоего смеха. Как это, господи? Он опять умер. Ржет. Даша говорит, что когда я умираю, я приближаюсь к простым смертным. Думаю, весь чат болеет за это. Я не знаю, слышали вы или нет. Даша думает, что вы болеете за то, чтобы я умирал больше. То у чата самооценка растет? Да. Думаю, на меня, например, растет самооценка. Ай. Да, мне тоже уже хочется закончить, но это быстро не получится за счет того, что следующая глава есть. Помню, Пикачу добавлял ее или нет. Вроде это же платформер. Правда, мне кажется, что он хардкорный тоже, в стиле чисто жесткого платформинга и больше ничего. Что? Вот еще. Да? Хардкор не мидбоя. Мидбоя я уже больше.
некоторые прыжки я до конца не понимаю, как надо делать. Например, вот здесь. Мне кажется, что я неправильно попал. Вот так. Блин. Обидно. Там от сложности количество ловушек увеличивается типа на уровне. А, медвежьи капканы! Че тебе так капканы веселят? Я представляю, как тебя в этих капканах. А я не знаю, Пикачу, как больше меняется. Скорость, количество пуль на боссах. Спасибо за то, что разрешил. А, вот оно чё, почему? Ну ты уже достаточно тут посмеялась на этом скучном месте. Мне кажется, что что-то там подтормаживает. Да. Подтормаживает? И она и меня подтормаживает. Давай, Пикачу, спасибо, что заглянул. Мне курсор не нравится. На игре у себя. Много ли осталось? Ну, это предпоследний мир. Этот мир короткий, а последний длиннее, но типа не такой длинный, как предыдущие миры. Привет, Феникс. Я заберу, да. Спасибо. Но в Селесту, наверное, мне бы не хотелось после Мидбоя сразу играть, потому что Селеста это тоже чистый платформинг. Нет, Хельга, потому что вот последний мир, он типа дополнительный, и он там хардкорнее, чем предыдущий должен быть. И я не думаю, что у меня есть какие-то шансы пройти там. Привет, Витас.
А в чем там сложность? Витас. Главное. Я опять так же сдох. Там нет пометок? Или в чем проблема? Или их очень сложно доставать? А, ну да, это жестко. Ну, кстати, последние уровни за отдельного персонажа играются, так что какое-то разнообразие будет. Босс файт. По идее, это последний вроде как босс вообще, который здесь есть в игре. В Аркмире? Да, я не знаю. Может. Вроде через пилу там перепрыгивает где-то. Но я Витас не очень хорошо в курсе. Тут можно сменить персонажа. Типа за Ида пройти. Ладно, ну я думаю, я могу там запрыгнуть.
Да. Привет еще, Рок. Ну, у меня есть какие-то нервы. Ай. Нервы на месте. Типа я мог бы вот сейчас через пилу перепрыгнуть и вперед побежать. Ага, это Широк, мне уже сказали. Да, спасибо, ты Широк. Да. Осталось темный мир здесь пройти. Сколько? Мы полчаса проходили. А, еще же надо сбежать, по-моему, да, с ним. Вау. Там физика меняется. О, ачивку мне дали. Конец. А сейчас нас спасут. Спасет Брауни, по-моему, или как там его зовут. Спасибо, но нам еще темный мир, темная версия этих уровней надо пройти. Брауни умер. Не особо отличается. Белка выжила. Рип Брауни. Брауни выжил. А нет.
Вот она что, Феникс. Какой-то битый пиксель был в картинке. Тут нет варп. А минус один есть здесь? Минус один вроде есть, да? Давайте минус один сначала найдем. Где тут уровень, в котором видно? Не в этом. Вот здесь видно. Вроде не ахти, какой сложный уровень. Правда, умирать дольше. Как еще дольше? Такое ощущение, что ко всем хардкорным платформерам приложили руку создатели Мельбоя. Хотя ладно. Кого я обманываю, я их мало знаю. Супер Мельбой, Селест, современных. Бенды знаю. Это нет, это еще не со мной. Я уже подготовилась, узнаёк. Это минус первый нет, это уровень. Видишь, левел минус один. Я здесь типа 8 битов. Потому что не смогли сделать 8 битов. Или это 4-битный даже. Наверное, 8 бит. Ну
Что я слишком много умираю? И не смешно, уже смех кончился. Темный мир. Да, тут тоже босс есть. Так. Короче, не вывернули наизнанку левелу. Так, не понял, как здесь. И тут тоже. Да, обратно.
Надо три ключа найти. Я мог там стоять спокойно. Я что-то пытался перепрыгнуть. Не понял, как он открывается. Давай сначала к нему сходим. Видимо, просто периодически. Блин, там через верх надо будет. Какой уровень-то? По счету. Четвертый? Или пятый? Mm-hmm.
Ладно, я мог забежать. Я боялся, что я по таймеру не уложусь, поэтому сиганул. Опять не знаю, сколько здесь надо. Ну тут те же уровни, но переделаны довольно сложнее. Еще музыка изменилась. Изменилась же, я прав. Музыка в темном мире другая. Эй! Чуть повыше, там пилу. Из... делаешь так, что нужно ходить не справа налево, а слева направо. Или наоборот. Я думал, что он уже открыт. Эй, стрелка залипает. Я не бежал направо. Там можно было перепрыгнуть. Вверх.
что-то я не курил. Кислое лицо. Не люблю. Не знаю, что хотел сказать. Да просто душноватый левел, по-моему. Ну да, в этом тоже. Тоже верно. Не, надо было там переждать немного. Она меня поддерживает? А, все, я не прочитал предыдущий. Сюжет это здорово, потому что медбоя этого мне несколько не хватает. Потому что здесь я, кроме платформинга, ну ничего нет в этой игре. Встаешь бесконечного челленджа.
15 минут чтения диалогов. Неплохо. Ну это ж не все время. Потом несколько топ-платформенных. Все говно, короче. А то, что не любит платформинг и не любит диалоги. Как сделать самый не... Короче, куча диалогов и платформинг. Я-то не против и того, и другого. Но бывает, перебарщивают с тем, с другим. Я постоянно пробую, постоянно понимаю, что это говно. Ай, ну вот бы я попробовала в сотый раз, я же знала, что это говно. Я все еще пробую. А, это было прекрасно. Смотря в какой ситуации меня распиливают. Вот тогда как? Немножко грустно. Что за low skill? Привет, Дим. Ну, мой брат-то как бы наученный опытом, он лучше меня играет. Вот вы думаете, Барас хорошо играет? У него есть младший брат, который играет еще лучше. И запоминает хотя бы то, что было в игре. Я в играх ни черта не помню. Я дропнул, потому что слишком сложное там место оказалось для меня. Сейчас я это место прошел за 5 минут.
блин. Бывает, Феникс. Я не мог там прыгать нормально от стен. То есть импровизировать, импровизация не сработала. А, так это еще четвертый только был. Так, это все не помогает, да? Ладно. Дим, глава называется VN. Как-то не конец, да.
Красава. Мы тут любители Hollow Knight, хоть я в терминологии и силен, и уже мало чего помню. Вот Дима точно заценит. Сколько сейчас ВР? Понимать хотя бы порядок. 30 минут. Это где всех боссов надо убить? Этот спуск меня не радует. Они его еще усложнили. А я и не пытался. Фантоны появились после того, как я прошел Hollow Knight на стриме. Да, Дима что-то понесло, он no hit, no death, там какие-то раны пытается делать.
Кто бы в Fortnite сидел, нет? Это что, это арена, что ли? Ваншотить из двух ударов сложно, верно, да. Да, есть кивчаны, они тут пятя часто бывают. Игра вылетела на заставке, класс.
летучих пусть двойными прыжками. Это та же самая заставка, что ли? Похоже, Феникс они по платформерам пошли. Прыгай. Надо было прыгать сразу. Вроде не ахти как, что-то сложно. Кивчан, я не проходил его полностью на 100 сколько-то там процентов. Я не могу точно сказать, насколько его проходил. У меня было два подхода. Видимо. Но ни разу я полностью его не проходил. Я как-то умер. Заставка началась. Я не знаю, что сейчас будет. Да, сработало.
некомфортный сетап. Лагал в начале. Да, там немного меняется, но не сильно, по-моему. Потому что когда я первый раз дошел до босса в светлом мире такого же, я заметил разницу. Да, Кирчан. Ну и, короче, я не знаю, что именно значит 100%. Мы все варпы собираем, все пастыри делаем. Ай-яй-яй-яй. Тогда малыш? Да. Ой, это Петр мой. Да. Я тебя оттуда выносил. Привет, просто. Так себе носильщик. Мне, кстати, кошмары про игры не снятся. Вроде бы. Потому что помнишь, какие? В последнее время я их мало рассказываю. Да. Спасибо. Нет, я забываю сказать про сон. Я забываю сон. Так, надо таймить как-то по-другому. Кошмар Феникс или нет? Я слабо представляю его. Вот. О. Потом понял, что это был сон. А!
Да. Ты ж можешь окно? Мне жарко. И чуть-чуть, и он лопнет. Это ржет. Ай. Can do this. Just do this. Do it. Make your dreams come true. Do it. Nothing is impossible. Да, я знаю.
Там уже тут не надо на А плюс же босс файт. Эй! Так, сейчас соберемся. Ай, я свалился. Как я промазал по нему? Черт. Ну, спидран это, с одной стороны, хорошо, что получается быстро уже проходить отработанные места. С другой стороны, если проходить медленно, то, возможно, с первого раза будет. Если все таймить аккуратно, не пропить. Ничего себе там.
куда-то полез. Дальше всего прошло. Душновато. Неплохо. Я думал, что я не запрыгнул. Он не смог остановиться. Достаточно тяжело таймить. Три крутилки и плюс еще на расстоянии. Один раз у меня получилось. Давай, Хельга, спасибо, что заглянул, спокойной ночи.
что. Давай. Пожу. Чувствуешь? Вот. Победный? Ну, победный будет, когда победим. Блядь! Ха-ха! Лол. Не знал, что так сработает. Я думал, сейчас попробую наверх залезть. Ну давай. Наверное, спидранеры что-то похожее делают. И тут даже заставки ничем не отличаются. Да, можно посмотреть. А, вот это отличается вроде. Я не помню это там. Это мы не можем пропустить, да? Петра? Нет. Потому что мы типа босса финального убили. Финальный босс. Два раза одинаковые титры. Там еще целый мир отдельный. Непропускаемые титры. О чем он думал? Тут пиксель внизу. Странно. Тоже. Так, а мне тут не должны показать, типа... Где посмотреть статистику? 97%. А тут у них спрайт разрезанный пополам. Это нормально? Полоску видно посередине.
20 уровней. Ты видишь, мы за кого играем? Девочка. Да, она выше прыгает. Персонажа. Это новые уровни, тут нельзя других персонажей выбирать, тут не можно играть. Да, но я думаю, что мы оставим это на следующий раз.